Я нахожусь в городе Махачкала. Сегодня у меня прогулка от парка имени Ленинского комсомола до улицы Дзержинского. Это парк имени Ленинского комсомола. Сегодня 14 апреля 2021 года, среда, время 12:20. Температура воздуха сегодня плюс 14 градусов по Цельсию.
Это пересечение с улицей Толстого. Это улица Дзержинского в городе Махачкала. На сегодня я завершаю свою прогулку.